Мы находимся в Венгрии, на курорте Хевиц, и сейчас проведем для вас видеоэкскурсию по санаторию Thermal Heavis. Санаторий Thermal Heavis расположен в 650 метрах от термального озера Хевиц. Директор санатория Иштван Хендрик работает в сфере отельного бизнеса с 2010 года. Иштван, расскажите, пожалуйста, об особенностях вашего санатория. Добро пожаловать в Хевиц. Здесь, на этом курорте, у нас есть два отеля. Первый – это Ensana Thermal Heavis, где мы сейчас находимся. Второй отель расположен в 300 метрах от нас – это Ensana Thermal Aqua. Разница между ними главным образом сводится к питанию. В Thermal Heavis мы предоставляем питание по традиционной системе полупансиона или полного пансиона. А в Thermal Aqua питание организовано по принципу «все включено». Там на протяжении всего дня можно что-то перекусить в ресторане или выпить в баре. Это входит в стоимость. Уникальными эти два отеля делает наличие своей термальной воды. У нас в процедурах используется абсолютно такая же термальная вода, как в озере Хевис. Известно, что Хевис – это самое большое в мире природное термальное озеро. Его вода очень эффективна при лечении ревматических и гинекологических заболеваний. В наших отелях мы предлагаем полный комплекс услуг, включая осмотр врача, диагностику, лечение, питание и организацию досуга. Наши врачи обладают огромным опытом в сфере терапии на озере Хевис. И помимо этого, весь наш персонал очень дружелюбный. Ждем вас в Хевизе в отеле Thermal Heavis. Двухместный номер. Площадь данной категории 23 метра квадратных. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и непосредственно спальной комнаты. В спальной комнате установлена кровать размерами 2 на 2 метра. При необходимости ее можно раздвинуть. Далее есть телевизор, холодильник без мини-бара, но по запросу на рецепции его могут наполнить. В номере есть система климат-контроля, подключение к интернет по сети Wi-Fi для гостей бесплатно, на полу ковровое покрытие, разрешено проживание с вашими домашними животными. В номерах данной категории есть балкон, давайте на него посмотрим. Вот так выглядит балкон, вид открывается на город. В совмещенных санузлах установлены ванны со съемным душем, есть фен, набор полотенец и косметические принадлежности. Гостям предоставляется халат бесплатно. В шкафу установлен электронный сейф. Мы увидели, как выглядит одна из категорий номеров. Подробнее с остальными можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Номера». Там есть фото, описание и видео. Гости питаются в ресторане на минус первом этаже. Сейчас мы посмотрим, как здесь устроено питание. В нашем отеле Thermal Heavis просторный ресторан с большой летней террасой. На нашей кухне мы используем только натуральные высококачественные продукты. Готовим блюда как традиционной венгерской кухни, так и привычные блюда международной кухни. Стараемся готовить больше нежирных полезных блюд для сбалансированного питания. Завтраки мы подаем на шведском столе. Стараемся делать меню как можно более разнообразным. Из горячих блюд обязательно готовим несколько видов сосисок. Жарим и варим куриные яйца, варим несколько видов каш. Также есть мюсли. Всегда на столах есть свежие маринованные овощи, салаты, сезонные фрукты, сырные и колбасные нарезки. Из кисломолочных продуктов предоставляем гостям кефир и йогурты различной жирности, разные добавки к ним. Из напитков гостям доступны на завтрак вода, три вида сока, чай и кофе из кофемашины. Обеды и ужины в Thermal Heavis также проводим в виде шведского стола. Сразу отмечу, что на столах всегда есть диетические блюда, но если у вас есть особые потребности, то сообщите нам заранее об этом. На обеды и ужины мы готовим два вида супа. Постоянно их чередуем. Готовим много овощных салатов и холодных закусок. Дополнительно нарезаем овощи. Делаем мясные и сырные нарезки. В качестве основного блюда мы предлагаем несколько мясных блюд – рыбное и вегетарианское. К ним 3-4 гарнира, например, картофель, рис и тушеные овощи.
На десерт наши гости могут взять мороженое, фрукты, несколько видов кондитерских изделий собственного приготовления. Помимо нашего главного ресторана, в отеле Thermal Heavis работает кафе Cyclamen Espresso с освежающими коктейлями, кофе и вкусными тортами. На летней террасе в теплое время года работает открытая кухня. Все лечебно-оздоровительные процедуры проводятся непосредственно в здании санатория на минус первом этаже. Сюда подведена термально-минеральная вода, а также используется местная грязь из термального озера Хевис. Сейчас наша врач Елена Хорошева пообщается с врачом и узнает подробнее о лечении здесь. Дорогие друзья, приветствуем мы в Хевизе в одном из крупных отелей Хевиза Энсана Термал Хевис у главного врача этого замечательного курортного дома Бернадет Хорват. Бернадет работает уже более 20 лет на курорте Хевис и по специальности является ревматологом, физиотерапевтом. Бернадет, расскажите, пожалуйста, с какими диагнозами приезжают пациенты на лечение в Хевиз? Курорт Хевис знаменит своим качеством лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, ревматических и воспалительных заболеваний, грыж, протрузий, хронических заболеваний конечностей, остеохондроза, сколиоза. Также мы эффективно лечим ряд неврологических и гинекологических заболеваний. Какие процедуры и методы лечения вы используете для этих пациентов? Во-первых, это лечебная грязь растительного происхождения, при помощи которой мы делаем аппликации на различные части тела. Во-вторых, это уникальная процедура подводного вытяжения позвоночника в термальной воде, при которой позвоночник мягко растягивается, возвращая позвоночные диски на место. В-третьих, непосредственно из-за посещения озера. В нашем отеле дополнительно проводим массажи, физиотерапевтические процедуры, а также косметические. Ежедневно гости могут посещать наши термальные бассейны с разной температурой 34 и 32 градуса Цельсия. На нашем курорте и в частности в здании нашего отеля в лечебном отделении есть источники питьевой воды. Слабощелочная гидрокарбонатная минеральная вода содержит серу, кальций и магний. Питьевой курс оказывает локальное противовоспалительное действие на желудочно-кишечный тракт, органы внутренней секреции и мочевыводящие пути. Приезжайте вам на лечение Хевис. У санатория есть несколько бассейнов, два термальных и два плавательных. Плавательные бассейны имеют размеры 25 на 15 метров и 20 на 13 метров. Наполнены они простой водой. Термальные бассейны имеют температуру от 32 до 34 градусов Цельсия и от 36 до 38 градусов Цельсия. Работают ежедневно. Есть несколько видов саун и джакузи. Гостям, приехавшим на автомобиле, доступна платная парковка на улице. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за обновлением авторских видеороликов, а также наших социальных сетей. И бронируйте санаторий Thermal Heavis по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.